Сниму небольшой ролик. Всем привет. Короче, вот это мясо. Это я взял у собак с кастрюли. Я им варил ливер. Плюс тут всякие косточки. Ливер. Все у них с кастрюли, у них сварилось. Я тут довариваю. Добавил свои картошечки, которые у меня там куплены, ну, в сетке. Морковку одну нарезал. Чуть-чуть было брокколи, чуть-чуть фасоли. Это все накидал, засолил, заперчил. И вот сейчас она немножко водички налила, она немножко тушится. Вот. А так всем приятного аппетита. Я думаю, что неплохо. И красиво, кстати, выглядит, как будто вот лето. То есть браклюшки дают. Это легкое. Это я вот, ну, кто в этом в телеграм-канале видели, как там я мясо все и доставал, этот. Да-да. И компот. А на том телефоне у меня Ширли Мэдли идет в честь актрисы. Так что вот. Неплохой сюжет. Ну а снимать, как резать картошку, морковку. Морковку я нарезал. Сейчас соломкой. Сейчас мы в нем полазим. То есть морковка вот именно в таком формате. То есть покрупнее все. Картошка под деревенскую. Вот. Ну и все. Здесь вот эти куски мяса, что кто видел там в телеграме. Вот. Все-таки ему сковородку. И куски. И я бы сказал, конечно, под шуткой, под своей шуткой, и куски собачьего мяса. Ну, как я говорю, всегда человеческое мясо там и все остальное. Ну вот. Думал, ну что я буду показывать, как этот сам процесс резания там. Все умеют резать. Ну и, короче, здесь ничего такого нет. Значит, запоминайте, собачье мясо, чуть-чуть брокколи, 2-3 штучки, чуть-чуть фасольки, картошечка, моркошечка. Все. А, лучок еще репчатый. Да. Тоже с огорода. Вот. Интересно, на ночь это показать. Сколько сейчас времени-то? Не стоит. Ладно, так уж и быть. Покажу на другой день. Так. У меня, кстати, вода прошла. Пошла вода. У меня такое счастье сегодня. Прорвало, ну, пробило канализацию, не надо под дом лезть. Также капусточка из шестерочки с клюковкой. 98 рублей или 99, не знаю. Ну, что-то около 100 рублей. Куплена еще в том году. А может быть, да. Нет, наверное. Вот. Заправлял мусорцем, лучка туда. И все. Блин, красота. Как краски лета, да? А мясо разное. Ну, я надеюсь, что оно будет очень вкусное. Вон, браклюшечка, ты там не разваливайся. Они были такие замороженные, кидал. Ну, фотки я кину в сообщество. Как там все начиналось по фотографиям. Как... Видео закончим. Да. Вот так я просто решил что-то перекусить. Я не знаю, что дома ничего нет. В магазин я не ездил. То есть, как бы... В целях экономии. У собак пока чуть-чуть все есть. Каша не сварена. Все намыл тут, но все блестит у меня. Так что вот так вот. Не, пусть выпаривается чуть. Пусть парится. Набирается этого сачка. У меня аж слюни текут. Я не могу через экран это смотреть. Все, всем приятного аппетита. Поддержку канала. Мне не жалко. Присоединяйтесь, берите вилки и вперед.